пишет песни, словно письма в никуда. Мы помним слог, но потеряли адресата, и слабо верим, что они дойдут когда-то. Скорее знаем, никому и никогда. Они уходят, оставляя города, едва коснувшись человеческого слуха. Восходят песни до всеслышащего уха, как все послания отсюда в никуда. Да ты не слушай, это так я, ерунда. Да коли песнями свои спасаем души, нам проще верить, что поем мы Богу в уши, чем просто знать, что это письма. Спасибо огромное.